к этому, к холодильнику пойду. Держи. Ладно. Так, вот так ручку держи. Вот. Тихо. Чего? Снимаю. Снимаю, что. Все, Гоша, вот вызов принят, смотрим. Пробуем нечто. Сегодня пробуем пиво. Вы, наверное, уже догадались. Подольское пивоварня. Три топора. Итак, открываем. Нюхаем. Ну, пахнет пивом хотя бы. Кисленьким. Газировочка, хорошо. Наливаем. Вот этот цвет. Вот этот цвет. Но, смотрим, пенка у нас прям замечательная стоит такая. Слушай, может, не так уж и плохо. Гоша любит в кружке наливать, у него там пена стрячила, а мы как-то так не особо. Пускай пиво отстоится. Ох ты ж, мать моя. Снимаем черно-белое, чтобы стильно было. Цвет золотистый, нефильтрованный. Мы такое на первом курсе пили, когда после физкультуры на большой перемене. Давненько брашку не пил. Там такая была палаточка. Разбавляли там, конечно, не кисло. Но очень-очень хорошо было на первом. Сколько нам лет-то? Лет 17-18. Ну, попробуем. Пахнет, конечно, солодом. Божественно. Нормальненькое такое кислое. У меня бабушка квас делала на хлебе. Вот он... Немного, да, не горчит, конечно, совсем. Пьется неплохо. Нормальное пиво. Вот так вот. Заканчиваю съемку этого видео. И, наверное, заканчиваю пить это пиво. Вот так и скажем. Всем удачи. Вырубай.